У меня там, что у меня тут? Приветствую на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Evil Whitehan. Через их, кстати. Так что Whitehan будет. Так, настройки. Управление. Настроить. Да. Мне что-то принять. Опа. Я язык поменял на польский. О, русский. Вот так. Продолжить. Это польский. Причем здесь так? Воссоединение. Ясненько, понятненько. А тут как раз я, кстати, где написано воссоединение, да. Там вы видите мое лицо. Кстати, когда падаешь в лифте, не надо подпрыгивать, надо наоборот лечь на пол, чтобы удар пришелся по всей площади тела, чтобы он смягчился. Опа, а почему на улице-то я? Ничего себе, еще и вода, какое-то озеро там, фонтан. Что за водоем-то? Где тонуть-то и можно? Еще и лифт выпал. Ладно, если не стукал где-то. Еще и деревья вниз. Давай, фантастика. Все, оружие можно воссоединить. Теперь и вы видите, да? Так. Где чего у нас? Лифт. Ну, предположим, ладно, допустим. Похоже, уцелела только психушка. С чего бы это? А, точно, был где-то когда-то ролик там этот. Он что-то стоял в центре дома. Когда все рушилось, мы на машине улетали от них. Так, так, нос закапал. Немного простужен. Посмотрим. Пони. На пони ничего нету. Типа как Бэтмен. Собрать. Так, я так думаю, мне пойти вниз надо. Почему так воды много? Мы где-то на побережье, там вот. Вот это что такое? Сверкает еще так. Ладно. Статуэтка на лошади. Говорю, уже что-то есть. Так. Как тут? Будешь вылазить? Почему ты не вылазишь? Так, подожди. Или прыгаешь? Музыка-то такая, да, французская у него. Это похож на французский мотив, так? Значит, зайти куда-то посюда можно. Вот здесь закрыто. Ну да, закрыто. Не ныряется что-то.
Ладно. Рояль в кустах. Ну-ка, ты тоже подойди сюда. На. Постой. Да, вообще не туда. Вот так. Самоутвердился за счет вас. Только не говорите, что вот так надо прыгать. Так он у меня и не прыгает. Опа! Опа! Подожди. Что, случайность была? Что это было? Как тут прыгнул? Как я это сделал? У меня прыжок-то вообще, по идее, нет. Ну-ка, настройки. Управление. Как влево ударить, кратко прятаться. Подтвердить зип, так. Прицелиться, ускориться, перезарядить, ходьба. Нету прыгать. Опа, вот так. Все, уже лучше. Нет, пока только в определенных местах, видимо, работает. Да не идет, ладно. Ну это и хрен на тебя, ладно. Не очень-то и хотелось. Так-с. Пола нет? Нет, пол есть. Ну, нечто подобное я ожидал. Куда могу пройти? Нет, куда не могу пройти. Хорошо. Очень хорошо. Знаете, нет. Либо мы падаем, либо тот поднимается. Так, мне в отверстие надо? Нет. В отверстие мне не надо. Это канализация. Чем-то на... Что там, кризис, да? Как правильно называется эта игра? Похоже. Так, вторая? Вторая, по-моему, часть была про пришельцев. Такие, где они бегали. Неудобная такая игра. Вот так чуть меня не разбило. Ну ладно. Не очень-то и хотелось. Везде только все рушится. Так, вспышка. Вот, то есть своей тени напугался. Слышите, кто-то где-то ходит.
Два. Еще спички. Вот кто ходит там, мне интересно знать. Так, баллон, который можно взорвать, я так полагаю. Вон он. Ну так и что ты ходишь-то так просто? Так, все, ой, вижу лес, я так понимаю. Нечего было ходить. Глаза мозолить. Мяш. Куда видит у нас? Блин, сейчас бы кто-нибудь не вышел из-за угла. Тут немножко страшновато, знаете. Точка. Аптечка. Контрольная аптечка. На. Вот манекены, блин. Так. Хопа. Вот и все. Кстати, я так думал, он взрываться должен был. Спички взяли. А, тут бегать надо было от него. Ну ладно, хоть вспышку испробовал. Бум, взорвется, нет? Нет. Блин, он там что-то есть. Мне что-то там надо. Патроны. И в каске, это я понял. Так. Почти. Хоп. Так, патроны мне нужны. Пока вот так, потихонечку. Кто-то где-то еще, что ли? Вот он.
Никакой бутылки-то нету, да? Почти угадал. Почти угадал, нахрен. Ха-ха, ну ясно. Я же хитрее. Так. Понятненько. А как? Как быть-то? Так, подождите. Вот так вот сверху. Нет? Или все, мне туда уже не попасть. На! Вертолеты летают. Если где он там? Где-то есть. Такс. Минутку. А как туда надо было попадать? В эту штуку стрельнуть, что ли? А как? Так, это я должен был ползать. Ну давайте стрельну вот эту штуку. Нет, не так это все делается. Ладно, два патрона целых потратил. А вдруг вот они мне пригодились бы. А, вот оно открывается, все. Ну давай. Я даже вас ждать буду. Вот так. Где-то. Есть. Вау, граната. Что-то сразу ее не заметил. Так. Ладно. Где у меня патроны для дробовика были? Два патрона. Потратил. Три. Допустим. Да ёж твою мать-то! Охренеть! На! Вот так, поднял ключи. Ты чё?
Так. Тихо. Так. Спокойно. Кто-то сомневаюсь, конечно, что его там возьмет. Так, пока горите. На. Так, а я приму-ка. У меня вот аптечка есть. Да. Ой, еще кто-то. Ой, назад. Или вперед давай. Вот так. Я что-то не понял. На. Подождите, надо сделать. Все. Перезаряжаемся. Ну все, вроде бы. Я так думаю. Так, из каких трупов есть, каких трупов нету? Как вот определять? Ладно, хоть две спички вернул. А, у меня полная. Вот, значит, на ней будем обосновываться, основываться. Ладно. Два патрона винтовки у меня есть. Это уже хорошо. А, блин, я бегаю кругами. Так, я... Ой, стой, стой, назад, назад. Назад. Я что-то взял. Что-то типа аккумулятор какой-то. Сюда его что ли? Нет, смотрите-ка. И сюда. Сюда. Не понимаю, конечно, куда. Ну, я что-то взял, я знаю, что у меня что-то есть. Ключи, все у меня. А, ключи, ключами открывается, естественно. Что, дверь? Только где эта дверь находится? В машине? Контейнере.
посмотрим, где эта дверь находится. Так, это точно. Там двери нет. Вот она. Дверка. Сюда. Так. Где-то, насколько я помню, в воде были опасности. Это, по-моему, здесь. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, здесь я прыгну. Переломаю себе все. Так, пока никого нет. Чего нет? Нет, автобус, нет, автобус не подходит. Так, можно спуститься вниз. Что у нас внизу? Проход дальше. Можно подняться наверх. Давайте наверх поднимемся, посмотрим, что там есть. Уже хорошо. Спускаемся. Ничего нет, контрольной точки нету случайно. Давай. За машиной нет ничего. Начинаешь немножко играть. Опасность была. А здесь еще нету, да? Или здесь уже есть? Или он будет туда-сюда ходить? Ладно. Патронов, как я понимаю, нету. Куда тут можно бежать. Быстрей. Вот он внизу. Ага, поймал меня, да? Не успел. Все понял.
Так, учитесь опознавать врагов на слух. Так, кто первый булькнул в воду? Того сожрут. Так. Да уйди. Так. Теперь надо здесь быстренько переплыть. Опа. Давай, 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 плыви. Ну давай. Вот так. Он где-то там. Вот этот труп для чего нужен-то? Тут еще кто-то есть. Думали, что я по воде буду бегать, искать. Не знаю, чего даже. Сейчас мне делать больше нечего. Так. На такой грузовик я так не поднимусь. Не человек, паук уже. А в этой игре нет. Больше я ни за что не полезу в эту воду. Ну, естественно. Только не от тебя-то зависит. Да. Вроде безопасно кажется место пока что. Да. Опа, опять меня куда-то прокидывать. Что за сполохи? Компьютер, ну залазь. Вау. Подделка какая-то. Конечно. Притворщик. Сейчас давайте его подпалим. Может, с него хотя бы. Вот с полицейского, может быть, что-нибудь получим. О! Уже хлеб. Ай-яй-яй-яй-яй. Газеты, газеты, газеты. Нет, ничего.
получается, мы вот видите, как сэкономили. Надо, главное, вот этого босса было загасить. Если не ошибаюсь, вроде бы еще такое должно повториться, нет? Хотя могу и ошибаться. Вот в такие игрушки надо ночью играть. Опа, спасибо. Ребятенок курит у тебя, да? Конечно, подобрать. Залазь в машину. Это же полицейский. Что тут есть? Да. Так, на лавочке ничего. Идем дальше. Пока на, подождите, он здесь, да, стоял, да, вот за этой машиной. Там какой-нибудь след остался от него? Нет. А или здесь он стоял? Понятно. Ладно, будет шприц. Так, это уронить можно. Такс. Падаю быстрее. Издеваетесь? Какое грязное место. Да. Ну я-то здесь как свой. Что-то... Это как-то связано с Рувиком? Ой. Детектив. Вы в порядке? Вы же понимаете, что меня никто не заменит. Так. В канализации найден изуродованный труп. В канализации Кримсон Сити найден труп мужчины с хирургическими шрамами и вскрытым черепом. Он умер несколько месяцев назад, похожий на почерк серийного убийцы из Эл-Ривика какого-то. Ну-ка, давай-ка вот здесь вот. Пропал инспектор полиции Кримсон Сити Арнольд Браун. Перед исчезновением успел сообщить, что обладает важными уликами по нераскрытому делу. Давай. Вот карта должна быть здесь какая-то, так не понимаю, для чего она, зачем она. Я в прошлый раз ее не всю собирал. Опа. А что ее мать-то? Даже болт лучше, чем ты сейчас. Только еще два патрона осталось. Ладно. Ладушки, ладушки. Так. Мы сохранимся. Так, вот. Жестокие игры принять. Господи. Ты что там помер? Да, возвращаемся обратно. Бегаем. А что, зеркало все нету? Зеркала нету. Воу.
бы гранатку туда, прямо отсюда закинуть бы, да и в дело край. Так. Ладно, еще тележку угнал. Вот так. Ладно. Понятненько. Раз у меня это есть, давай воспользуемся. Я так понял, еще будет. Что случилось? Идиотинушка. Кто вышел? Так. Ох ты, что-то мне не нравится это. Ну давай. Пока вроде бы удачно. Где ты? Еще разок. Давай поднимемся наверх.
Так, здесь наверху ничего не могу сделать. Ладно. Сложнее и сложнее становится. Гранату хоть вернул. Фу. Ладно, осталось патроны только вернуть. Да. Смотрим. О, у меня винтовка. Перезаряжаю. Дробовик перезарядили. Надо починить. Все нормально. Лезем вверх. Лекарств нету. Контрольная точка. И точка. И точка. Битва должна быть. Уж больно декорации соответствующие. Закрыто. Ладушки, ладушки. Опа. Все понятненько. Так, все взяли, все боеприпасы здесь. На. Так, я должен что-то запустить, да? Ну давай. А не оттуда попал. Вот ни хрена себе. Мертвым притворяться. Да не туда.
собрал. Так, их было два спецназера. Вон он второй. Так, так, так. Все. Помер. Ну дай табух. Блин. А у меня там ждал. Все, можем ехать. Не понял. Ну, где еще? Пока нормально идем. Подожди. Пока-пока. Ну, простите. Простите, что я не с вами. Мне как-то... Ой, глубоко по боку. Ой. Ой. Еще раз вода. Или кто-то сверху. Куда, куда? Взял. Кто взял, только непонятно. Вот так, так. Это что такое? А, информация. А, информация. Ну ладно. Сюда, сюда.
куда, сюда, сюда. У меня такое чувство, что туда-туда надо, вниз. Все, тут ничего нет? Ничего нету. Ой. Контрольная точка. Опа. Да тихо ты. Что-то не помню. Мне бомбу выкинули, что ли? А, вот это тоже выкинули. Охренеть. Где здесь чего есть? О, нашел что-то. Почему-то, где бы я ни был, я могу видеть полоску света от маяка. Кажется, что этот свет пронзает все, и меня тоже. Облик этой больницы я строил не по воспоминаниям, однако она реальнее других моих творений. Может, она всегда была здесь? Этот свет что-то меняет. Он зовет. Он отталкивает, он привлекает других. Им кажется, что они доберутся до его источника и обретут все, что утратили. Но они даже не знают, что там. Вот так. Ладно. Так, это у нас что? Зеркало, да? Читаем. Дневник Себастьяна Кастелланоса. 11 июля 2012 года. После пожара прошло почти полгода. Мы с Майерой все больше отдаляемся друг от друга. Я должен быть сильным, но торопить мысли в виски... топить мысли в виски это так просто. Я думаю так. Пока это не мешает работе, моя личная жизнь никого не касается. Наконец-то мне удалось поговорить с Майерой. Теперь мне стало еще страшнее. Либо у Майеры начались паранойи, либо то, что она говорит, правда, и пожар не был случайностью. Даже не знаю, что хуже. Майера полагается на свое чутье, и если оно ее не подвело, то я не завидую тому, кто виновен в этом деле. Опа. Да нет, мне туда не надо. Или надо? Давай, сходим. Что за... Я снова здесь? Наверное, я схожу с ума. В чем дело? Что, на этот раз? Нету ничего? Сохранились. Хочу ячейку там одну открыть. У меня есть ключ. А, милочка, приятно будет. Опа. Еще один болт. Ну ладно. Пока так. Открывай. Тили-тили. Трали-вали. Это мы не тили-тили. Это вам не трали-вали.
дворца-то не было, вроде, если не ошибаюсь. Здоровье подлатать. Думал, блин, это кактус вонючий. Ну давай посмотрим, что ты. Все, хватит. Если там бомба, то я не согласен. Опа. Да. Патроны. Чик-чик-чик-чик. Не понял, у меня что, до хрена патронов, что ли? Так, разбрасываю, мне еще гранат бы до конца, бы до кучи бы там добить, полностью экипированным быть. Кидман? Все, больше здесь ничего нет такого. На. Не видно ни хрена. Не люблю вот в плане игр, вот когда темно вот так вот. Особенно есть игры, где только с фонариком можно ходить. Так, что-то я не понял. Я отсюда. Пошел сюда, тут она, как закричит. А, ну вот дыра. Значит, не померещилась, не привиделась. Ничего, отстреливайся. Нужно идти туда. А может, не надо? Это патроны или нет? Нет, не патроны. А вот и опять вода. А куда мне идти? В принципе, я понял. Надо только успеть. Ясно. Пока. Вот так. Ждем сигнала. Кстати, когда близко он там плаваешь, она почему-то не нападает, эта хрень. Так что можно. Давай. Нормально.
залазим. Опа, а я вовремя залез. Вот это как пролезло. Могу попасть. Да сейчас. Опа, взял. Кидман, держись. На помощь их слишком много. Опа. Подождите. Слишком много. То, что я их здесь отстреляю, это ничего не значит. Мне надо к ней прорваться прямо туда. И это факт. Для начала надо на плот. Ну, боюсь, это... Почему ты не перепрыгиваешь? Так. Я что-то лоханулся, это я понял. Нет. Это я понял, что лоханулся. Надо как-то маленько по-другому здесь что-то переиначивать. Так, с помощью... Да если бы. Ты не можешь мне ничего сделать, потому что я здесь. Кидман, держись. На помощь их слишком много. Так. Уже лучше. Если, конечно, я правильно все сделал. Опа. На. А, значит, на бутылке ты тоже реагируешь. Да, блин. Да нифига не так. Я как-то должен по этим прыгать, что ли? Понять не могу.
Так, вот единственное, что я понял, то что вот здесь я пока все делаю правильно. Давай, говори мне. Кидман, держись. На помощь, их слишком много. Я уже понял. Далее мы делаем винтовку. Вот так. Ну давай, пока ты туда. Немножко начинаю нервничать. Дело в том, что в один молот не прибить. Так. Зажирал. Давай, мы с тобой плывем. А вот сюда мне надо. Вот так. Блин. Блинский. Успели. Ух, мы успели. Нормально расстрелял. Берем. Подожгем. Ну. Нет. Патронов для меня нет. Жадины.
Я нахрена на вас гранату-то тратил? Ох, вот она, граната есть. Ага, верну. Кидман, это я. Если бы не ты... Что было? Благодарить будешь позже. Возможно, это еще не все. Берегись! Да. Блин. Вот еще одна граната. Ага. Так славно, пока идем. Понять не могу, почему они не взрываются. Ладно, может, что-то я не так делаю. Вот так. А давай-ка поджигаем этого басаку. Это ключ лежит? Нет, аккурат какой-то. Это бумажка. Да. Так. Дробовик у меня есть. Блин, этих поджечь, что ли, вот этот не исчезает. У тебя что-нибудь есть? Вот этот, давай. Оглушающий. Так. Спички, это очень хорошо. Блин, мрак, темнота. Я так рад, что ты жива. После случая в церкви я... Ты был в церкви? Да, и я, и Джозеф. Ему крепко досталось. А тот мальчик из больницы? Лесли? Я нашел его в клетке, но он испугался и убежал. Так. Господи, нам не надо свет. Даже наступать неохота. Вот дверь пока одна. Вот в нее, по ходу дела, нам с тобой и надо заходить. Надо выбить ее, а не приоткрыть. Кажется, мы все видели что-то странное. У тебя кровь из носа не шла? Голова не болела? Нет. А что? Такое было у Джозефа. Он словно превращался в одно из этих существ. Может, это не на всех действует? Да. Вот так. Так, его надо как-то сдвинуть. Здесь взяли. Взяли. Ни хрена, по тысяче валяется. Спокойно, детка.
Выбивает дверь. Почему ты открываешь тихо так? А, ролик. Ничего не поделаешь. Кровь из носа идет. Нет, только не я. Да, Себастьян, что видишь ты? Что? Не подходи! Это второй. Где нас пристрелила? Так, что произошло, неизвестно. Ну, зато лампа в текстуре провалилась. Что произошло? Ты в меня стреляла? Ты начал превращаться в монстра. Ты напал на меня. Извини, но теперь ты порченый. Он пытается остановить меня с твоей помощью. Погоди, ты о чем? Что-то я единственный не знаю, о чем речь идет. Черт! Черт! Так, ладно. Открою, открою, открою. Лесли? Лесли, это ты? Кто там? Лесли, отлично. Еще немного. А? Что такое? Рувик? Помогите! Вот так и бежал. Жёбаный псих. Лесли? Понимаю, здесь большинство должно, это как сказать, большую часть игры должен прятаться незаметно, бегать из-под тишка, всех мне убивать. Игры. Так, ох, не опасно. Я уже и так понял. А он стены может проломать? Я даже не выстрелил. Я даже не стрелял. Так, понял. Я понял только, что он не должен меня заметить. Потому что они сами взрывутся. Без меня справятся. Только в какую сторону идти?
Он придет сюда? Он где-то там пока. Давай, 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 ползи. Господи, кто-то газ так иначе. Понимаю, мне сюда. Так. Оп. Есть. Только не подожги его. У меня же был арбалет наготове специально для этого случая. Блин. Да ёж, твою мать, ты ещё и с самого начала. Давай. Поняли, поняли. Так. Да не туда. Твою мать.
Опусти меня! Вот так. Сюда. Устранили. Это я не понял, почему все взорвалось-то? Я что-то не то сделал? Или какое-то время, лимит какой-то, я не знаю. Ой. Да, долго это будет. Если я не разберусь, в чем проблема. Да я вижу, вижу. Взяли. Его даже в расчет сейчас не беру, учитывая, как я от него убегал здесь. Это пипец. Я хочу сказать, что вон там я еще не был. Не знаю, что там. Но как вижу, там ничего нету. Так. Отсюда мне их не достать, ладно. Давай, где-то там. Не понимаю, что происходит. Не понимаю. Ладно. Так. Я так думаю, надо искать этот винтель. Где-то тут он должен быть. Сначала закрыть его. Так.
Ага. Нажал, да не то. А вот поджог бы все нахуй. Да. Единственное, что мне надо, это вот так вот переделать. Увидел меня. Молодец. Дай лапу. А вот так тоже можно, что ли, было? Вот ни хрена себе. То ли где-то бомба, то ли к ним нельзя приближаться. Ой, я, честное слово, уже не знаю, как с ними быть. Как же быть? Как быть? Как же мне тебя любить? Не могу я это сделать, не могу. Мне этот эпизод уже начинает калить. Ничего нет, ладно. Труба идет здесь, надо, значит, вот сюда проникнуть и... Как-то... Может, они атаковать начинают, взрывается все. Где-то там резать придется сейчас видео, что ли. Вроде все так хорошо шло, думал, с арбалета пристрелю его к чертям. Ой, такие нудные эпизоды меня просто бесят.
Я неспроста вижу его спину и неспроста вижу, что не могу догнать его. Значит, сначала все-таки газ надо перекрыть. Так, чтобы меня не видели, не чтобы здесь прыгнуть, да перекрыл. Вот как бы я ни бежал за ним, я его не смогу догнать. Давай. Надеюсь, успею. Где-то тут еще был один. Ключ, карта. На. Опа. Убежал. Я надеюсь, я убежал. Вот так. Это кто? Джоз. Нет, вроде убили, если я не ошибаюсь. Все, ребятки, пока. Пока-пока, блин, так долго. Все это дело было. На. Опять в воду. Ну, вроде водяного нету этого. Ну, ладно, я видел комнатушку. Сначала туда сходим. Я сохраниться хочу. Бери. Дневник Себастьяна Кастеланоса. Август 12 года. Как будто у меня мало проблем в семье и на работе. К нам с Джозефом прикрепили стражу. Супер, будем няньками. Кидман еще совсем зеленая, но как у всех новичков, в наше время сомнения у нее выше крыши. Каждый раз, когда мне приходится слегка обходить правила, я ловлю на себе ее косые взгляды. Она не понимает, что это часть работы, но иначе закрыть дело бывает просто невозможно. Что до ее характера, то Кидман – холодная рыба, совершенно отстраненная. Ее задача – наблюдать за собственной, за обстановкой и поймать нам... Так, за обстановкой и помогать нам. Но иногда мне кажется, что она ученый, который смотрит на чашку Петри, где сидим мы. Словно она просто изучает нас вместо того, чтобы самой учиться. Есть ли что-то, что меня... бесит, но я не могу понять, что именно. Джозеф, как обычно, говорит, что я все выдумываю. Кажется, он в нее влюбился. В общем, ясно одно. С ней нужно держать ухо востро. Ну, значит, любовь-морковь у них. Так, у нас здесь еще что-нибудь есть?
вставай, сходим. Сохранимся. Так, пропал следователь, искавший серийного убийцу. Его имя и что с ним стало неизвестно. Поиски серийного убийцы остановлены. Полиция опровергает слухи о том, что главный следователь пропал без вести. Вы что-то... Так. Забыли? Да, сохранился на всякий случай. И отойди. Даже не помню, брал ли я ключ. Но в последнее время только ноги уносить. Ключей у меня их нет. А, блин, как вспомню, что-то статуэтка летала, я даже не знал, что там ключ. Думал, что-то глюкнуло, багнуло там. Так и не по себе становится в этом плане. Ладно, пойдем. И вот он я. Револьвер. Вот это просто праздник какой-то. Ну-ка. Винтовочка-то заряжена полностью. Точно винтовочные или какие-то? Винтовочные. Сюда нет. Помещение лучше с дробовиком заходить. Так, понятненько. Ага. Значит, вот сюда у меня путь лежит. Тут все разбито, смотрите, да? Знаете, что напоминает? А, мне туда и надо будет. Подождите тогда. Минутку. Чем-то халву немножко обстановочка-то напоминает. Слышали? Кто здесь? Обаркался еще кого-то там. Вот так. Да. Понятненько. Я тут подожди. Кроме спичек, что больше нету ничего? Сейчас динамитная шашка, которую он уронил, сейчас бубу. Она в руке была, я видел. Так, ладно. Спрятаться еще. То есть он на меня, я от него, что ли? Опа. Прошел. Нифига себе. Косарик лежит, да? Нет, 500. Большая баночка. Ой-ой-ой. Блин, хотел осмотреться. А, все. Ну что ж, на этом все. Да, игра была напряженная, особенно тот момент, где там взрывалось все. Это да. Есть где
свои навыки оттачивать. Ну что ж, увидимся в следующем видео. Пока!